Конференц-зал барнаульского предприятия принимает дальних гостей. Они преодолели 4 с лишним тысячи километров, чтобы принять участие в традиционном алтайском агрофоруме «Дни сибирского поля» и найти новых надежных партнеров. Алтайский край и Сахалинская область давно и успешно сотрудничают. Так, наш регион закрывает до 80% потребностей в провизии. На заводе приморским гостям пришлись по вкусу напитки, но им продемонстрировали и другую продукцию. Мы видим, значит, побочные продукты пивоваренного производства, мы их перерабатываем и делаем из них корма для сельскохозяйственных животных. Возможно, в этом плане будет какой-то у них интерес, то есть мы готовы туда поставлять. Стороны обсудили и производственный процесс. В год на барнаульском пивоваренном выпускают 100 миллионов литров пива. Во всем Сахалине только 11,5. Притом видов пенного напитка около 20 наименований. На острове производят куда меньше, чем на одном нашем предприятии. Ассортиментную линейку дополняют 2 алтайских напитка. Ну вот водичка, мы здесь уже сколько, второй день. Везде, в правительстве, на деловых встречах стоит только вода, очень вкусная. И я знаю, что это такой определенный знак качества. После заседания для делегации провели экскурсию по заводу. Гости смогли увидеть все циклы производства, всю линейку выпускаемой продукции, от кваса до пива. Это элеватор соединяется с подработочным отделением барочного цеха, ленточным, транспортером. Представители оценили также пастеризацию и фильтрацию, технологии, позволяющие пиву долго оставаться свежим и качественным. На сахалинских заводах такие процессы не применяют. Там выпускают исключительно так называемое живое пиво. Однако наибольшую заинтересованность гости проявили к другой продукции. Безусловно, понравилась технология безотходного производства. Данная технология позволяет вырабатывать дополнительный продукт, который, значит, идет на подкормку сельскохозяйственного скота, тем самым увеличит его продуктивность. Первых договоренностей о сотрудничестве намерены достичь именно по кормам для животных и потом по поставкам на остров барнаульских напитков. Для нашего предприятия, подчеркивает его руководство, это отличный шанс расширить географию поставок, которая и без того сегодня включает Камчатку. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.